И сегодня же Слободей прошел легкоатлетический пробег памяти Александра Гусара. В нем приняли участие школьники и студенты политехнического техникума. На старт! Марш! Это помимо непосредственно спортивного, это еще у нас и патриотическое воспитание молодежи. Это память, это непосредственно, чтобы дети знали, кто стоял у истоков образования Приднестровской Молдавской Республики. В эстафете участвовали 7 команд. Это школьники из Слободзея, Сукле и Карагаша, а также студенты Слободзейского политеха. Как и в прошлом году, победили студенты техникума. Легкоатлетический забег памяти Александра Гусара стали проводить около 30 лет назад. Второй год подряд участники бегут в центр Слободзея.